Здравствуйте, товарищи. Продолжаем проходить Дейланд. Так, что у нас? Задание одно, но чтобы его сдать, надо лететь на Анкору. Сейчас посмотрим, что у нас тут происходит. Дома. Хорош рубить. Так, здесь тележка забита, черт подери. Поэтому ништячков мы там не поимеем пока. У меня, по-моему, деревья кончились. Дерева. Да вообще, сука, дерева не вижу. Пойти рубануть что-нибудь. Так, тут елочки. Надо бы забор было бы сделать, конечно, поприличней. Ну уж ладно, блядь, какой есть. Так, это кто? Это общепит? Пока что нет поручений. Купить, купить. У тебя металла нет. Червяков мы у тебя тогда купим. Кто-то украл мою еду. Какого хера? В смысле, кто-то украл мою еду? Что за нафиг? И какую еду? И кто у меня что украл? А, у меня... Да ладно, запасы еды. Все равно не понял, что произошло. Ладно, мы с этим разберемся. Кто у меня еду ворует? По-моему, там кто-то пробежал в этот корабль. Так, у меня еще один гость. Сейчас мы тебя посадим. Стой. Ты уже улетела? Ну что за херня? Так, солома, чтобы улучшить грядки. Я не видел, что кто-то продавал солому, и у меня нет рецепта. Это полная херня.
враг. Да какой факел, блин, ты чё, пиздюк? Ты чё творишь? Гриб. Так, здесь улучшить нужно кучу металла и серебро. Для серебра у меня тоже нет рецепта. На кухне. Что мы можем приготовить? Грибной суп, рыбный суп. Давайте сделаем. Туда тоже грибы идут. Еще суп. Эти супы можно неплохо продать. Так, блин, я последнюю морковку израсходовал на этот суп, и я больше не могу морковку посадить. А у меня морковка не растет. Значит, морковку надо будет покупать. Теперь, черт подери. Так, шок, кто к нам еще прилетел? Я вижу, у тебя есть камни из шахты, я погружу их на свой корабль в обмен... Ты кто? Попалась. Что за боша? Ой-ой. Это ты кто, тварь? Это ты у меня еду воруешь? Тссс. Не говорите так громко, меня же заметят. Твоя голубая кошка забралась в мой дом и стащила еду. Ой, простите бошу, она просто немного озорная. Верни то, что она украла. А, это у нее на голове еще какая-то кошка? Или она сама кошка? Или ворует тот, кто у нее на голове сидит? Пожалуйста, не кричите. Я прошу, если меня найдут, меня выкинут на этой жалкой планете. Ты заяц, что ли? Я Юки, кошка-девочка. Кошка-девочка. Гораздо симпатичнее, чем человеческие девочки. Посмотрите на мои ушки и мой миленький носик. Мило, правда? Да, ты действительно симпатичная. Я путешествую, прячусь на нижних палубах торговых судов. Боша и я ищем конфеты. Мы их обожаем. Боша, не нужно красть их, я могу принести. Да, но у меня нет денег, я бедный котенок. Это не важно. Я принесу тебе леденец, а ты не шарь по моим вещам. Вы добыли новый рецепт, леденец. Сделайте леденец для Юки. Блин, что за херня тут творится у меня? Леденец, нужно молоко. У меня нет молока. У тебя есть молоко? Ты меня обманул. Что? Кристалл, он исчез из моих рук, когда мы покинули Дейланд. Хуйня какая-то. Я не знал, что так произойдет. Ты маленький пиздюк. Больше ты мне не соврешь. Да хорош. Магия. Минус 400. Неплохо. Это минус 50. А топор? Топор минус 60. Я тебя топором добью. Если пизды не получу, конечно. Я не хотел драться с тобой. Я не собирался тебя обманывать. Прости меня, я верну деньги.
Хорошо, я принимаю твои извинения, но все эти бесполезные кристаллы можешь оставить себе. Погоди, я... Блядь. Я хотел купить у тебя. И кошка это где? Теперь. Ну, пиздец. Сил больше нет. Ой, говно. Шо робится? Я хочу вселить в тебя силу. Я хочу передать тебе мои дары. Говно, блин. Вот это я магией херачу. На 400. Погодите, сейчас луна. А ну-ка, большую тыкву попробуем вырастить. Боша? Где она? Стой! Тебе пока не удалось собрать все приметы для задания. Засранка. Да ёб твою мать! Сейчас мы купим молоко. А у него нет молока. Ладно, что тебе продать можно? Большая тыква. Большая тыква мне самому нужна. Ткань. А у меня одна ткань. Ладно, поговорим. Скорее помогите. Что происходит? Я с планеты Мио, на нее напали. Там осталось много раненых кошкодетей, настоящая катастрофа. Я могу помочь? Да, они вызывают волшебников и целителей на помощь раненым. Мне нужно, чтобы ты сделал столько зелий, сколько сможешь. Вот рецепты и ингредиенты. Скорее, арко-кошкодети нуждаются в моей помощи. Новое задание. Сделайте столько зелий, сколько сможете. Блин, я не успею, он улетит уже. Я еще доп свой хуй найду тут. Лаборатория, лечебное зелье. 3, 4, 5. Давайте сделаем 6 на всякий случай. Хорошо. Так, только не говорите, что я все арбузы, блин, пролюбил. Еще. Я пролюбил все арбузы и еще что-то. И морковку. И тыква большая не выросла. Тут я не пойму, посадил ночью при свете луны, как нужно было.
Ни хрена себе, он там какой-то сильный особый удар сделал на 200. С большим замахом. Кукуруза зачем, интересно? У меня пока, по-моему, нет применения кукурузе ни в каких рецептах. А, подсолнух для масла. Так, сейчас здоровье восстановить. Насморк замучил. Да блин. Опять эта кошка-девочка. У меня пока что нет поручений. Так, поручений нет, и купить у нее нечего. Так, рыбалка. Окунь есть. Мухомор. Грибы. Так, минуточку. А этот же хрен. Он камни забрал. Это хорошо, что он камни забрал. Ура, в камне нашлась руда. Во, у нас руда и металл, все пошло. Блин, да почему так быстро она наполняется? Этих кристаллов больше не растет.
А в прошлый раз они восстанавливались. Так, сейчас мы тебя посадим. Посадим так, чтобы между входом в дом и мной. Иначе эта кошка опять, блядь, прибежит в дом и спиздит все. Если она здесь, конечно. Так, купить. А, у тебя нет молока, да? Нужно что-то продать. А, минуточку, я зелье-то сделал. Спасибо, они будут очень полезны. Я ухожу, надеюсь, что успею вернуться вовремя. Удачи. Ладно. Мы, блин, без денег. Кошки, по-моему, сейчас не было. Так, ждем желудь. Кухня, кухня, грибной суп или рыбный суп, морковки нету, да? Рагу. Он рагу делается из рыбного супа. Ладно, сделаем грибной суп. А пироженки. И давайте, знаете чё? Блин. А, у меня, кстати, книжку-то мне дали. Давным-давно на маленькой планете жил мальчик. Каждый день он присматривал за землей, поливал деревья, ухаживал за зверями. И собирал яркие кристаллы, если ему удавалось их найти. Все, страниц нет, метеорит. Давайте, да, что я хотел, вызовем Мун и слетаем на Анкору. Неподалеку противник, кому не поздоровится. Я только гриб подберу.
Хорош тут шароёбиться. Нихера себе у него дамах. Давайте спать. Уровень апнем. Надеюсь, здоровье восстановят. Сила, интеллект. Давайте интеллект качать. Вперед в шахту. В смысле, можно в шахту. Уже здоровье не восстановили, нихера. Насморк замучил. Боша, где ты? Где ты, Боша? Стой! Кто-то украл мою еду. Да охуеть, блядь. Так, купить. Купить нечего. Продать. Чё тебе хорошо заходит? Рог за 20. Хорошо. Золото. Золотом самому пригодится. Ладно, давайте пару... Можно рыбки продать. Золотая руда нужна самому. Серебряная, так понял, тоже. Анкорский гриб. Неплохо. Заходит. Можно продать чутка. Рыбный суп. Грибной суп. Нет, грибной суп. Грибной суп по обычной цене идет. Так, топор. Так, съесть пару ягодок. Еще гриб. Морковка. Слава яйцу. Морковка. Мне еще тыковка. Помидорка, да? Помидорка. У тебя еще предыдущая задача не выполнена. Это которая? А, да. Да, согласен. Так, тебе что можно продавать со звездочкой? А вот тебе можно грибной суп нормально продать. Вот тебе три грибных супа отлично зайдут. Вот и хорошо. Так, у тебя тыквы тоже нет. Так, где этот храм? Осмотреться. Вон он. Я не обратил внимания, молоко кто-нибудь из них продает. Вот эта кошка запарила еду тырить. Надо и леденец сделать. Лучше дать пизды.
Не Деви, мы принесли подношение от Хьюти. О, какие вкусные овощи. Храм услышит ее молитвы. Купить. Металл мы у тебя весь купим. Продать. Что тебе со звездочкой продается? Лед и рог, да? Вливерово зелье. Лечебное зелье. Короче, похеру. Так и непонятно с соломой, что делать. Так, у тебя нет ни соломы, ничего интересного. Мне не нравится просить об этом, но у меня нет выбора. Говори Хьюти, что тебе нужно. Уми контролирует поставки еды, прибывающие на корабле. Я жду груз уже несколько недель. Я уверена, что он уже прибыл, но я не хочу иметь никаких дел с Уми. Не волнуйся, мы позаботимся об этом. Благодарю вас, вы оба очень добры. Поговорите с Уми о запасах еды Хьюти. Надо этих двоих уже свести вместе, чтобы они начали трахаться. И не парили меня своими идиотскими заданиями. Приди, поговори, блядь. Сама дойти не можешь. Обидчивая женщина, блин. У тебя есть тыква, ты тварь? Нет, у тебя есть лайма-слизь, тоже хорошо. Из нее самогон гонится. Так, у этого костра что-то у меня здоровье не восстанавливается. Уми, наша подруга, интересуется поставкой еды. Хьюти. Да, пришел ли груз? На самом деле нет, а ведь ей нужна эта еда, чтобы выжить. Возьмите мою, скажите ей, что это то, что пришло. Ладно. Мясо, хлеб, арбуз. Почему арбуз ноль? Не понял. А вот всего по 5. Ладно, считаем, что еду мне выдали. Ты тоже, пидор, не мог сам отнести? Че я тут передаст там работаю у вас? Хьюти Уми передал тебе эту еду. Наконец-то. Минуточку, это совсем не то, что я заказывала. Где же рис и молоко? Да, где, блядь, молоко? Уверена, этот чертов анкорец припрятал часть. Нет, Уми. Нет, Уми бы этого не сделал. Наверное, кто-то что-то перепутал. Слушай, Хьюти, у тебя осталась твоя старая мотыга? Да, но я ее не использую. Теперь я охотник, здесь на севере мало что растет. Почему бы тебе не отдать ее Арко? Он-то сможет воспользоваться ей. Она в очень плохом состоянии, но если у вас есть материалы, вы можете сделать такую же. Спасибо, я так и сделаю. Мотыга. Мотыга 3. Отлично. Так, где тут чудище? Чудище. Так, а чё меня все так больно дамажат? Меня тут убили практически уже.
Так, давайте до этого храма дойдем, посмотрим, нет ли там еще заданий. Здравствуй, мудрый Нидеви. Мой молодой друг умеет направлять магию, он уже может контролировать стихию огня. Я чувствую, как магическая сила бьется под его кожей. Ты хочешь научиться управлять стихией льда, не так ли, молодой принц? Да, мудрый Нидеви, не мог бы ты научить меня? Я готов помочь тебе, но чтобы что-то получить, ты должен что-то отдать. Ты должен сделать ценное подношение. Какое подношение? Должен принести чистый алмаз. Я найду его. Добудьте алмаз в качестве подношения храму льда. А кто-то алмаз продавал, по-моему. А минуточку, может тут его я и видел в продаже? По-моему, нет. Нет, нет, нет. Так, еще с этим чуваком потреплюсь. Как прошла экспедиция? У нас были проблемы с парнем в маске. Он был очень силен. Старик Нидеви в порядке? Да, благодаря его магии нам удалось отразить нападение. Человек в маске убежал, но я предупрежу патруль. Мы найдем его рано или поздно. Не волнуйся, Арко. Мун – великий разведчик. Она совсем разберется. Привет, Арко. Хороша ли погода на твоей планете? Да, там почти всегда тепло. Почему бы тебе не взять одну из моих шерстяных овец? О, я бы с удовольствием, это было бы здорово. Тогда возьми одну, тебе нужно только построить стойло и кормить ее, тогда она будет давать молоко. Вот отлично. Да, это вот максимально отлично. Так, все, летим до дома. Молоко. Я наконец-то сделаю леденец для этой... Для этой. Так, посадить морковку. Воды нигде нет. Так, чё по стойлу? Так, и где его построить можно? Кузница. Так, а удочка 2. Мотыга. И тут нужно серебро. Мастерская, кухня. Так, кто прилетел? Сейчас, минуточку. А, у этого по-любому есть молоко. Блять, если эту кошку увижу, ей все хвосты повыдираю. У меня пока что нет поручений купить. Дай мне молоко и дай мне тыкву. Потому что я пролюбил. Амин... Так, погоди. Погоди. Купить. А что это? Рис? Рис. И червячков. Все. Так, кошки нет. Надеюсь. Так, здоровье восстановить. Факел зажечь. Гриб собрать. Так, Эдмун пролетела. Мне пока от нее ничего не надо.
А. Так, а вперед в шахту, что значит? А, это вперед в шахту, наверное. Это вот значит, что там кристаллы восстановились просто. И все. Все, все гости улетели. То есть... Так. Блять. Там просто восстановились кристаллы. Блять, я когда-нибудь выучу, как в шахту идти. Да просто прямо, блять. То есть вот тут еще херачить нельзя. Но есть кристаллы. Более-менее становится понятно. Окунь есть. О, проебал. Окунь есть. Хорош. Да хорош. Давайте сделаем леденец. Два. А вот пиратский корабль, а тут по-любому кошка это будет. И эти он заберет как раз камни. Ну иди сюда. Я вижу, у тебя есть камни. А сто... Возьми, Юки. Ням, сладкий, вкусный. Как тебя зовут? Арко. Арко. До новых встреч, Арко. Как ты чё, тварь, ты куда? Это все, что ты мне хотела сказать? Пока что нет поручений. Так, продать. Ты камни. Ты просто тупо камни покупал, хорошо. Ты просто отлично покупал камни. В два раза дороже, чем они стоят. Давай тебе еще рог продам. И чё тебе... Те супы там за грибной суп тебе вообще отлично заходит, да? Держи грибной суп. Овца. У меня есть овца. Все, продали, купили. Так, это ж... А, нет, вот сюда купить металл мы у тебя купим. А вот он алмаз. И алмаз мы у тебя купим. Все. Красавчик.
кузница. Так, серебро, твою мать, что? Почему у меня нет рецепта серебра? Объясните. Так, делаем спирт. Спирт. Делаем топливо. Делаем нитки. Мало ли там понадобится веревка, ткань или еще. Так, делаем золото. Еще золото. Хорошо. Так, кухня. Рагу. Крылья нужны какие-то. Лаборатория. Гулливерово зелье. Оно как минимум дорого стоит. А может когда-нибудь пригодится. Я хер его знаю. Но для него нужна тыква. Большая. Вот я сажаю под луной, чтобы все видели, что я посадил под луной. Так, дать подсолнух, пусть масло у нас будет. Посеять тыква. Все есть, да? Так, вопрос, как, блядь, построить? Ага, вот, шахта стоила. Стоили же вот овцы, дающие молоко, и куры. Вы добыли новый рецепт солома, ну слава яйцу. Наконец-то у меня на планете могут жить овцы. Неподалеку противник, ему не поздоровится. Так, надеюсь, я факелом потом не сожгу нахер это все. Давайте с врагом разберемся сначала. Их тут двое. Гриб взять, конечно. Я чую, пора мне качать выносливость, а то что-то меня бьют совсем больно. Здоровья нет. Потрясти. Так, вопрос. Рецепт солома. Как ее делать? Кормить. Соломой. У нас нет соломы. Отлично, блядь. Из чего делается солома? Конечно, блядь, из пшеницы. Но извините, это пойдет сюда. Нужна еще солома и ткань. Да ёб твою мать. Тогда у нас одна солома пойдет сюда кормить. Здесь мы делаем ткань. Целых 8 штук. Еще раз, что тут нужно, чтобы улучшить? Ткань, ткань есть, солома. Значит, надо пшеницу сажать, да? Сажать немерено пшеницы. Так, сейчас мы мун посадим. Вроде с ней кошка не прилетала, это никогда. Hey.
У меня пока что нет для тебя поручений. Хорошо. Окуни есть. Окуни есть. Так, факел аккуратненько зажигаем. Пиздруем в шахту. Да хорош, блядь. Минуточку, у меня 50 металла. За 50 металла можно было улучшить вот эту непонятную хуёвину, которая у меня на острове. Вот эту вот. А, серебро опять. Все упирается в серебро теперь. А шахту улучшить нельзя. У меня, по-моему, когда шахта появилась, появился рецепт золота. Нет, только войти улучшить никак. Металл, золотая руда. Так, тыква большая выросла, хорошо, все-таки большая. Так, гость, сейчас мы тебя посадим. Опять мы тебя посадим вот так. Боша, ты куда собралась с моей едой? Ой, Арко. Блять, да дайте я поверну ёбаную камеру. Почему ты так смотришь на мой кристаллический кулон? Он такой клёвый. Мне нравятся блестючие кристаллы. Прямо очень нравится. Но этот кулон мой, я не могу тебе его отдать. Ну, блин, я буду грустить. Даже не думай его украсть. Боша никогда бы этого не сделала. Ладно, тогда я сделаю тебе блестящий кулон из серебра и кристалла. Да, спасибо, Арко. Вы добыли новый рецепт «Серебряное ожерелье». Сделайте серебряный кулон для Юки. Блять, эта кошка меня бесить уже начинает.
Так, пшеница, да? Нам нужна теперь серебряная. У меня, блядь, серебро я не могу делать. Серебро и кристалл. Все упирается, блин, в гребаную. Вы поняли, в серебро. Тут серебро, тут серебро. Тут серебро. А делать я могу только золото. Я не понимаю, где я мог объебаться с рецептом. А тут две большие тыквы на гулливерово зелье. Так, а с тобой потрындеть. Привет, дядюшка Лок. Тебе удалось спасти жителей? Да, к счастью, мы, волшебники, прибыли вовремя и спасли многих. Мы не видели ничего подобного уже много лет. Мы живем в мирное время. Кто же мог сделать что-то подобное? Межзвездный патруль ведет расследование. Все указывает на магическую атаку. Кашкадети были, были отравлены и парализованы. Нападавшие что-то искали. Мио — это планета укрытия, где кашкадети хранят все, что им удалось украсть. А кто такие эти кошкадети? Ну, мелкий гибридный вид. Человеческие дети с кошачьими генами. Очень хитрые и скрытные. Они пробираются на торговые суда, да и с наших складов крадут. Их часто нанимают в свои экипажи пираты. Их отправляют на совершение грабежей и прочих преступлений. Но они же просто дети. А разве нет взрослых кошка-людей? Нет, у них очень короткая продолжительность жизни. Большинство из них живут не более 15 лет. Если столкнешься с любым из них, свяжись с патрулем. Большинство из них безвредны, но доверять им нельзя. Хорошо, я буду помнить об этом. Кстати, на Мио мне попалась еще одна страница из легенды. Держи, может, тебе удастся восстановить легенду со временем с помощью недостающих страниц. У меня пока что нет для тебя поручений. Купить. Так, купить — это все хорошо. Тут зелье невидимости, я смотрю. Продать, продать, продать. Продать все, блин, нужно самому. Вот в чем проблема. Пару золотых слитков могу продать. Купить. Ладно, ничего пока не буду покупать. Ты. Так, серебряный кулон. Алмаз. Мотыгу. Надо кровь из жопы, рецепт серебра где-то доставать. Это что такое? Ты кто, тварь? Молоко. Вы добыли новый рецепт — сыр. Наполнить стоило соломой. Погоди. Там 9 минут для чего? Хер.
хер просышь. А все, дальше улучшать нельзя. Так, улучшаем вот эту грядочку. Что-то дождя давно не было. Где-то с серебром меня наебали. Конкретно. Гроза. Дождь. Вот гроза у меня первый раз. Дай-то да уберем все это от огорода, а то я что, молния ебанет, если. А, его я кормлю семенами елки, да? Этого пискленка. А, уебать. Так, тут тоже серебро, да? Все упирается в серебро. Блять. Тебе пока не удалось собрать все предметы для задания. Кошка тут как тут. Дикие куры. Бррр, это может означать только одно – свежие яйца. В этой вселенной так сложно найти приличные яйца, а у тебя они чуть ли не сами в руки идут. И как мне добыть яйцо? Нужно кормить куриц семенами, тогда они вырастут большими и жирными. И в конце концов, чпок, получится яйцо. Новое задание – добыть яйцо для Брама. Купить червяков. Мы у тебя купим, да? А продать? Чё тебе продать можно? Давайте мы тебе рыбы продадим. Все, свободен. Так, сейчас ночь, не ночь. Посажу тыкву. Сил больше нет. Ну охереть теперь. Ловкость, сила. Качаем ловкость. Так, хлопок.
надеюсь, ты мне пшеницу пиздить не будешь. А тут до чего 4 минуты? А там до молока. Ебучее серебро. Сделаем супов. Минутку. Сыр. А, сыр тупо из молока делается, да? Я могу сделать гулливерово зелье. Факел проебал. Чё там принёс метеорит? Ничего нового. Мухомор. Металл. Окунь есть. Ой, блядь, не туда. Окуня нет. Есть мухомор. Так, хорош. 0 секунд. Молоко кормить. Я вижу у тебя. Да, ты видишь у меня. Где эта кошка? У меня пока что нет поручений. Так, покормить. Купить. Продать.
большая тыква не выросла. Так, улучшить. Кормить. 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 Добыли новый рецепт яичницы. А чё, курицы, они сами прям в яйца превращаются тут. Вот это мощно. Метеорит принес семена. Новых семян я не чувствую. Да погоди-то рубить. Так, тыкву под луной сажаю. Кстати, луны не видно. Так, так, так. Я могу сделать ткань. Ткань, я помню, была дорогая. Не, он вроде луна, вон светит. Вон луна. У меня будет большая тыква. Да. Вот это означает, что тыква будет большой.
Окунь есть. Погодите, давайте яичницу посмотрим. Яйцо и масло. Парочку сделаем. Боша. А ну стой. Засанка. У меня пока что нет для тебя поручений. Гулливерово зелье. Я могу одно продать за 98. И золото одно за 98. А, ткань. У меня много ткани откуда-то. Я это тоже могу очень дорого продать. Так, купить что нам надо? Да нам ни хера не надо пока что. Ты засанка. Большая тыква. Так, что там по молоку, блядь? Я молока не чувствую. А мне сообщение не поступает, что там молоко готово. Секунд. Хорошо. Так, ну чё, пора слетать на Анкору, наверное. Тут
Еще одна у нас страница одна, да? Однажды ночью ему приснился голос. Ты принц, сказал голос, я дам тебе силу. Так, 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 особое вызвать мун. Это уже прилетело, да погоди ты. Я тыкву не собрал. Кошка, блин, чертова. Вот почему она прилетает и сразу диалог начинается. Я во время диалога не могу эту пизду ловить. Что за бред, блин? Поехали. Вот это дамаг. Так, что у нас тут? Алмаз. Идем за алмазом. Дайте мне рецепт, блин, гребаного этого серебра. В чем, блин, ваша проблема? Я не понимаю. Хуяк. Тебе больно, тварь? Лёд. Лед не продаю, хер знает, когда он еще понадобится, для чего. Я принес алмаз, мудрый Нидеви. Пусть лед услышит тебя, а его храм приветствует тебя в качестве гостя. Чтобы укрепить отношения со льдом, ты должен подчинить его. Сегодня ты будешь искать ледяных существ и, сука, победишь их. Мун поможет тебе в случае необходимости. Она уже прошла эти испытания. Поехали, Арко. Новое задание. Победите 3 ледяных существа. Блин, я уж тут вырезал их. Несколько штук. Теперь их искать. Заебёшься. Минус одно, я так понял. Вон там еще хер. А, да вот еще. Хуяк просто. Сегодня я мах. Ну чё, всё? А, мне только 2 почему-то зачли. Может, это здоровая каракатица только к ним относится. Это гриб. А, ну вон тут все есть. Есть контакт.
Лайма слизь, хорошо. Еще отлично. Надо спиртяги повыгнать. А потом его повыжрать. Или пустить на топливо, чтобы еще сюда летать. Такие дела. Я перекушу, ты не против, женщина? Ты не против. Молодец, Арко, ты можешь гордиться собой. Я готов к следующему тесту. В бою атака не единственная важная вещь. Ты также должен защищать себя и исцелять свои раны. Я хочу научить тебя готовить зелье, которое поможет противостоять атакам врага и сохранить здоровье. Это очень полезно, когда ситуация осложняется. Вот ингредиенты для зелья защиты. Лед, одуванчик и бутылка. Бутылку я могу делать, одуванчика ни разу не видел, и лед тут периодически у меня появляется. Купить... Серебряный ключ. Ладно, если что, у меня сейчас деньги есть, чтобы продать. Лед как раз. Продадим рогов немножко за сотку. Я пока не знаю, как их применять еще. Так, тут по серебру голяк, тут по серебру голяк. Тут по одуванчикам голяк. Есть дуванчики. На это яйцо покупает неплохо. Можно ей яичницу продавать еще дороже. Хотя, наверное, масло и яйцо 7+29. Нет, масло и яйцо по отдельности и продавать выгоднее, чем яичницу. Так, серебряная руда. Вашу мать. Она у меня есть. А толку, блядь, нет. Потому что этот пиздюк почему-то умеет золотую руду, вернее, золото из золотой руды добывать, а серебро из серебряной руды не может. Как будто там, блядь, процесс сильно отличается. Оми, большое спасибо за овцу, она очень счастлива на Дейланде. Я рад, но будь осторожен с пиратами, они уже украли у меня несколько овец. Не волнуйся, я защищу ее от капитана Голиафа. Вижу, ты снова вернулся к кузнечному делу своего дяди Нодина. Арко построил в своем доме кузницу, почему бы тебе не научить его обрабатывать серебро? Это моя специальность. Принеси 10 кусков серебряной руды, и я научу тебя, как расплавить ее и получить чистое серебро. Отлично. Отлично, блядь. Этого будет достаточно. Смотри, Арко. И постигай искусство анкорского кузнеца. Вы добыли новый рецепт серебро. Слава яйцу. Теперь все, что тебе нужно, это молоток получше. Как насчет того, чтобы я научил тебе секрету настоящих анкорских молотков? Да. Хорошо, на ответ я хотел бы попросить тебя об одолжении. Зима на севере очень суровая, я беспокоюсь, что
одной соотечественнице будет холодно. Отнеси ей 15 бревен, а когда вернешься, я покажу тебе, как сделать молоток. Но не говори ей, что они от меня. Принесите Хьюти 15 бревен. Пойдемте. Когда ж вы уже трахаться-то начнете, от меня отъебете, чтобы я передастом не работал между вами. Так, минуточку. Так, магии меня научили. Заклинание огонь. А, ну да, одуванчики. Одуванчики, блядь. Привет, Хьюти. Мы принесли тебе дрова. Ой, благодарю вас за то, что позаботились обо мне. Мои-то почти закончились. Вообще-то нас послал Уми. Он никогда... Но он никогда не признается в этом. Уми? Сожрать ягодки. А тут чё? Колодец. Мы отнесли дрова Хьюти. Она была очень благодарна. Надеюсь, она не подозревает, что это я просил вас. Она это... Ну да похер. Молоток анкорского кузнеца. Смотри, Арко, вот в чем секрет. Вы добыли новый рецепт молоток. Сделайте молоток. Все, задача. Задачи, задачи. Ото всех есть задачи. От бабы, от мужика. И от этого чувака, шамана. Давайте до дома. Что тут у нас? У нас тут урожай. Так, о, блин, кошка. Ты вот зря съебалась. Я вообще тебе все сделал бы. Луны не видно. Молоко. Хорошо. Где луна? Вот луна. Сажаем тыкву. Ну, давай, тыква, под луной. Превращайся. У меня воды больше нет. Молоток 3. Серебро, серебро, блядь. Серебро. Мастерская, серебро. Мне не хватает матери... Да, блядь. Сделай что-нибудь, пиздёк. Хорошо. Так. Это амулет, пизде. Это раз. Второе, мотыга, это два. Какая легкая мотыга. С ней могу выращивать деревья, растения быстрее. Это хорошо. Так, погоди, гость. Молоток. Открыли новое сооружение, водокачка. Новый молоток просто поразительный. У нас есть большой очаг.
Так, давай посадим. Боша! Твою мать, засанка! Стой! Блять! Пиздец. Я все-таки ее упустил. Это заняло некоторое время, но у меня есть свежее яйцо. Это маленькое чудо, которое так трудно найти. Оно такое замечательное, что я мог бы съесть его сырым. Денежку, да? Так, покупаем. Пока что нет поручений, приходи позже. Так, это продать, да? Дайте одну яичницу. Один грибной суп. Один рыбный суп. У меня мяса много. Все хорош. Так, купить. Так, червяков я всех купил, да? Все хорош. Это мы уничтожаем. Это тоже. Блять, я опять морковку посадил. Это случайно. Так, гость. Брам, Куида, Мун, человек. Сколько световых зим, сколько световых лет, как дела? Отлично, как видишь, мой корабль закусочная соответствует всем стандартам. Мы соблюдаем все меры безопасности, и наша еда превосходна. Понимаю. Слушай, у меня есть рецепт, который ты можешь включить в свое меню. Ну, вообще, вряд ли. У меня очень уточненное меню. Я тебе докажу. И Арко поможет мне, правда? Конечно. Приготовьте блюдо, и пусть мальчик передаст его мне в следующий раз. Вы добыли новый рецепт пиццы. Приготовьте пиццу по рецепту Мун для повара Брама. Ага, то есть это надо, чтобы они вместе у меня на планете были. Тогда откроется рецепт пиццы, да? Вот это прикольно. А, вот нужны помидоры. Помидоры, блядь, нам нужны. Так, три рыбных супа. Пицца. Посмотрим, сколько у меня белого гриба. Белого гриба 9. То есть я могу сделать и грибной суп один. Даже два. А, мухоморов нет. Какой гриб. Так, что за рецепт я открыл, блин, не понял. А, большой очаг. Нужно серебро. А нахер я тебя уничтожил, если у меня теперь вообще нет нихуя. Thank you.
Да. Неподалеку противник. Ну-ка, новой кувалдой, по-моему, ебем. Да, дамаг, походу, посолидней. Так, это курям. Так, и сюда серебро, да? Серебро 10. У меня серебра вообще теперь хер есть. А чё с рудой? Серебряная руда 3. А там надо-то сколько? Блять, да где мой дом, ёб твою мать? Сил больше нет. Где ты живешь, маленький пиздюк? А, гость. Дайте вот так вот подальше его. Боша, блядь. Ах ты тварь! Да блядь! Он кайфовый, такой блестящий. Это для тебя, надень его. Ой, я такая красивая, только посмотри, какая няшная маленькая киса. Ты заслужил, кошка, поцелуй. Поцелуй — это не обязательно. Блять, да какого хуя у меня автоматически морковка посадилась опять? У меня пока что нет для тебя поручений. Продать. А яичница, ты неплохо, кстати, ее покупаешь. Где каменья? Блять. Камень. Так, этот рог. Грибной суп. Продать. Окей. Так. Надо. Чё надо? Надо идти в пещеру.
Да стой, блядь. Надо идти в пещеру, а для этого нужен... Сука, какой, хоть какой-то, блин, факел. Да и, блядь, твою, сука, в рот! Прошу прощения за мат. Но так постоянно, блин. Нихера себе меня пиздят. Отвали от моих грядок, пес. Гриб. Так, здоровье установить. Потом надо апнуть сейчас уровень. Сила, выносливость. Давайте хоть раз выносливость прокачаем. Так, гость, да? Это мун. Апчхи. Так, опять это кошка. Кулон взорвался. Кристалл превратился в звездную пыль. Ой, прости, я забыл. А, да, кристалл из планеты херу везешь. Кристалл не должен покидать планету в чужих руках. Я дам тебе сладости, чтобы загладить вину. Да, пирожные, конфеты, ням. Можно приготовить очень вкусное желе, меня научил Брам. Больше нравится эта идейка. Сделайте желе для Юки. У меня есть желе. Мне его кто-то дал, я его не стал потом продавать. Желе. Липкая прозрачная вкусняшка. Боша, ты все сожрала. Hey. У меня пока нет для тебя поручений. Хорошо. Так, Макс, Макс, ведро. Тут еще что-то будет. Так, солома, спирт. В бутылку. Делаем спиртяку. Потом нужно масло. Десять штучек. А тут пшеничка тоже идет, да? И горючее. Три штуки про запас. Хорошо.
Давайте я уже до шахты дойду. А, они сейчас с первого удара разбиваются. С новым молотком-то. Золотая руда, металл, кристалл. Металл. Серебряная руда, серебряная руда. Серебряная руда, золотая руда. Нормально. Лишний камень этому пирату продадим. И а чё у меня ежевики так мало? Куда её потратил? Вы мне можете объяснить? Я рыбный суп захаваю. Дайте хоть раз по-человечески поесть. Да, блядь, живу на ягодах. А всем тут готовлю. Тыква. Рип. А в натуре куда все ягоды делись? Непонятно. Где тут рецепты с ягодами, что я мог делать? Блины я не делал. Сладости не делал, это не делал. Хер пойму. Так, мастерская, серебро. Золото. Блять, Боша. Юки, Боша ведь не крадет у тебя, правда? Мы просто хотели привлечь твое внимание. Но говори тихо. Я украла, позаимствовала книгу зелий из корабля старичка. Невидимость для детей, вот как она называется. Невидимость — это великая магия. Не так громко, а то нас найдут. На самом деле это рецепт зелья. У Боши невидимость от природы, я ей всегда завидовала. А с этим зельем мы будем невидимы обе. Я поделюсь с тобой рецептом, если ты поможешь мне его сделать, но ничего не говори волшебнику. Вы добыли рецепт зелья невидимость. Сделайте зелье невидимости для Юки. Лосось. Морковка, спирт, лосось. Морковка, спирт, ладно, это мы можем сделать. А вот лосось, блядь. С лососем помочь пока не могу. У меня пока нет для тебя поручений. Купить лайма слизь. А, он... Можно теперь купить серебра, да? Давайте парочку купим.
зелье невидимости можно купить тупо. Дайте вот так. Что тебе продать можно? Можно тебе бутылки делать, спирт, нитки. Ладно, в пизду. Так, Боша, ты где? Юки, вернее. Зелье. Держи, но пей осторожно. Буль-буль-буль. Я невидимка. Где ты, Юки? Я не вижу. Эй, а ты ничего не украдешь? Юки. Ой, эффект закончился. А, я понял, почему у меня автоматически что-то сажалось. Теперь нужно одну кнопку нажимать. Он теперь сразу собирает урожай с новой киркой. Ну что, товарищи, мы будем, наверное, заканчивать выпуск на этой ноте. Наконец-то мы узнали рецепт серебра. Это вот что я ждал. Долго и упорно. Так, куры спят. Где гриб? Гриб хер его знает где. Ну что, товарищи, заканчиваем выпуск. Полить нечем тыкву. А, вот, смотрите, тыква под луной. Это будет здоровая все-таки тыква. Все-таки здоровая вырастет на Гулливерова наше зелье. Есть ягодку, которые куда-то все подевались. Ну а что ж тогда, на сегодня все. Спасибо за просмотр.